Всем привет! Мы на канале Кирилл ТВ, то есть про меня. Мы сегодня с мамой будем проводить опять опыты. Шестой опыт. Вот, вы видите. Опыт называется коллоидный сад или коллоидный. Так. Так, мы уже немножко тут приготовились. И мам, ну ты дальше все показывай. Ну, в общем, опыт называется коллоидный сад. В коробочке была инструкция, что с ней делать. Жидкость, по всей видимости, написано, что флакон с силикатным клеем. Приготовили воды для того, чтобы разбавить этот клей. И две колбочки с зеленым и синим реактивом. Итак, смотрим. Во флакон с силикатным клеем подливаем воду. Так, держи, Кирюша, снимай, снимай сам опыт. Аккуратно ручками не закрывай. То есть вот такой флакончик. Угу. Очень аккуратно его открываем. Поставлю вот мам, так. Мам, давай ты будешь снимать, ты мне будешь говорить, а я давай буду делать. Давай этот опыт я, а следующий ты, хорошо? Угу. И подливаем туда водички. Это такой было все-таки под кран. Наполненный, вот, то есть воды мы подлили. После того, как мы налили туда воды, нужно открыть крышку и из микропробирки с зеленым реактивом, называется железный купорос, высыпать содержимое во флакон. Так, открываем очень аккуратно и помаленечку. Мам, держи, чешется. Высыпать. Ой. Тихонечко. Подожди, Кирюш. Вот так, порциями. Ай, все высыпалось, микроколба. Мама, ты так. Что? Мама, ты зачем все? Высыпали. Из второй микропробирки с голубым реактивом медный купорос. Тут был железный купорос, а здесь медный купорос. Высыпаем содержимое таким же образом во флакон. То есть я открываю, а Кирюша сейчас высыпет его. Держи, Кирилл, аккуратно. А все? Да, помаленечку начинай сыпать и высыпай. Высыпай, высыпай. Все, молодец. И почему-то не... Далее нашу баночку мы закрываем. Ну, ты вот так бери, а то ты закрываешь так, да? Аккуратненько. Закрываем. Закрываем флакон крышкой и аккуратно ставим в тихое место на несколько часов. Согласно инструкции написано, что... Так, берем вот так, да? Это и вы заметили? Вот, мы оставляем на столе на несколько часов. Угу. И, кстати, и вы заметили, как только... Я перемешал тут какая-то подъемная вишня, наверное. Ладно, когда я перемешал, все стало синим. То есть вся суть этого эксперимента заключается в том, что в течение некоторого времени, ну, нескольких часов, можно наблюдать за ростом коллоидного сада. То есть, смотрите, вот уже началось. Так, сейчас наша колбочка спокойненько постоит. И в течение через несколько часов, когда у нас будет уже коллоидный сад, мы опять вернемся и покажем, что у нас получилось, какая красота. А пока мы начнем другой эксперимент. Ну, это будет в следующем году. В следующей серии. Все, пока-пока. Пока, Кирилл. Подписывайтесь на наш канал Кирилл ТВ.